Ровно два года назад Череповецкий государственный университет получил статус опорного вуза региона. Сегодня мы заявляем новую амбицию – стать мобильной фабрикой генерации идей, проектирования разработок для того, чтобы помочь нашему региону модернизировать имеющиеся производства и создать новые высокотехнологичные. Интенсив Череповецкого государственного университета, фабрика разработок – это наша амбиция, которую мы хотим заявить не только на уровне региона, но и на уровне всей страны. Логика этого интенсива заключается в том, что ребята с технических, инженерных, IT-специальностей будут решать реальные конкретные задачи, поставленные индустриальным партнером в течение 2,5 месяцев. Это трудная задача для студентов, поскольку они должны выдать реальный продукт, который заказчик должен принять, оценить его значимость и в дальнейшем использовать в своем развитии, в модернизации своего производства. Соответственно, сопровождать ребят в этом процессе, безусловно, будут наставники с производств, мы зовем их менторами. Это довольно интересное мероприятие, они позволяют выбраться из повседневной рутины и как-то проявить себя отчасти, пошевелить мозгами вне учебной деятельности. Образовательный процесс должен меняться и меняться кардинальным образом, и ставку на изменения мы сделали на разработке. И знания студент должен получать не из книг, из учебников, да, и не только от своего преподавателя, но непосредственно решая настоящую реальную производственную задачу, поставленную партнерами, индустриальными партнерами. О результатах нашего интенсива мы планируем доложить на очень амбициозном проекте Национальной технологической инициативы и Агентства стратегических инициатив «Остров 10-22», который состоится в июле месяце в Сколтехе. Верим в наших студентов, что они смогут решать сложные задачи, что они смогут реализовать все те необходимые прорывы, которые сегодня нужны стране.